Этого дня горожане ждали давно. Задолго до старта церемонии открытия здесь собрались сотни человек, желающих стать свидетелями этого знаменательного события. Официальное открытие торгово-развлекательного центра международного класса «Азиамолл» началось в полдень. Торжественное событие приурочили ко Дню независимости Кыргызстана. «Азиамолл» – это проект, не имеющий аналогов в Кыргызстане. Торгово-развлекательный центр соответствует всем международным стандартам. На площади в 55 тысяч квадратных метров расположились кинотеатр, фудкорт, представленный всеми кухнями мира, целый этаж развлечений для всей семьи. Кроме того, в «Азиамолле» представлено огромное количество известных брендов. Здание проектировали всемирно известные архитекторы Марио Бартыло и дизайнер Зураб Заалишвили. 5 тысяч человек построили данный молл, и благодаря им на сегодняшний день создано более 1000 рабочих мест. Мы привлекли к нашему проекту многие международные компании. Компании у нас приняли участие из Испании, из Франции, из Турции, а также дизайнеры со стран СНГ. Это самый большой торговый центр на сегодняшний день. Мы гордимся этим. Наша парковочная зона для наших машин более 1000 парковочных мест. 2 этажа парковки. И я думаю, что каждый горожанин и гость столицы найдет здесь себе приятное времяпрепровождение. На протяжении всего праздничного дня собравшихся развлекали известные ведущие, танцоры, музыканты и аниматоры. Сотни человек ждали кульминации вечера. И вот в 19:00 началось грандиозное шоу. Под оглушающие звуки аплодисментов и восхищенных возгласов на сцене один за другим появлялись яркие представители творчества. Ответственная миссия первым зажечь публику выпала известному танцору Жану Войнову. Как и всегда, молодой человек впечатлил собравшихся своим талантом. Помимо праздничного концерта, гостям вечера обещали розыгрыш полезных подарков. И дабы не продлевать томительные ожидания, ведущий мероприятия в легкой и веселой манере перешел к объявлению победителей лотереи. Прям все хотите выиграть, да? Но я думаю, что всем повезет. Лот номер 007470. И снова музыка, снова на сцене популярные артисты. Вместе со зрителями известные хиты исполняет Аяна Касымова, приглашенная из столицы Казахстана группа Ice Cream и российская звезда Согдиана. Последняя, кстати, даже спустилась к публике, а свое выступление закончила в объятиях многочисленных детей. Хедлайнером всего праздника стала группа «Пицца». Именно Сергея Приказчикова, солиста известного бенда, ждала большая часть собравшихся. До начала мероприятия певец поделился своими впечатлениями о том, что уже успел увидеть, и легком волнении перед сценой. Последний раз мы были в Бишкеке, наверное, лет 5 тому назад. Да. Вот. За это время вышло 2 альбома, много синглов, много композиций, которые мы хотели бы спеть у вас, но еще никогда этого не делали. Вот все, что мы будем делать сегодня. В ответ на столь теплый и по-настоящему радушный прием популярные артисты выложились по максимуму. Исполнение всех песен без фонограммы, виртуозная игра гитариста и скрипачки и, конечно же, мощнейшая энергетика солиста. Вместе, ребят, это ли несчастье? Перед завершением вечера ведущие напомнили о главном подарке для участников лотереи – шопинг-тур в Италию. На глазах у всех волей случая был определен победитель. Спасибо за приз. Очень-очень приятно удивлены. Всех с праздником! Казалось бы, что еще может удивить гостей праздника? Чем еще можно поднять и без того зашкаливающее веселое настроение людей? На сцене появился Мирбек Атабеков. Слова хитовых композиций артиста, которые вместе с ним скандируют люди, эхом разносятся по всему периметру площадки около торгового центра. Песня про любовь, про родину, про Кыргызстан сопровождается невероятным праздничным салютом. Грандиозное открытие торгового центра «Азиамолл» успешно состоялось. Как
Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, Эрлан Кемельбеков, НТС.